Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами будем готовить салат из куриной грудки с грибами. Лук мы будем резать полукольцами. У нас луковичка небольшая. Наш арахис мы измельчим. Если вы хотите, вы можете взять скалкой измельчить или уже взять готовый. Курицу мы тоже с вами будем меленько резать. У нас вот две половинки, грудинки. Небольшими кубиками на салат. Яйца мы натираем на крупной терке. Ставим нашу сковороду на огонь и добавляем немножечко масла. Сюда добавляем лук. И грибы на обжарку. Все это вместе обжариваем. Недолгое время, минут 5-7. Пока лук поджарится, и грибы немножечко тоже приобретут цвет, так как они у нас консервированные, они не совсем красиво выглядят. Лучше всего, конечно, делать этот салат со свежими грибами, но у нас их нет. Лук и грибы поджарились, убираем их с огня и идем формировать наш салат. Первый слой нашего салата – это мясо. Мясо нужно, естественно, разровнять хорошо. Потом слой майонеза. Следующий слой – наши орехи. Теперь яйца. Снова слой майонеза. Теперь слой наших грибов с луком, как раз горячие со сковороды. И последний слой нашего салата – это сыр. Теперь наш салат мы на 2 часа убираем в холодильник, чтобы он настоялся. В нашем салате мы использовали отварную куриную грудку, отварные яйца, арахис, сыр, майонез, красный лук, грибы и немного масла для жарки. Наш салат настоялся, мы его украсили. Он готов подаваться к столу. Очень нежный, вкусный салат. Пробуйте, продолжайте готовить с нами, оставляйте комментарии. Приятного аппетита!